Этот салат очень украсит ваш праздничный стол и приятно порадует гостей своим вкусом. Заранее нам нужно подготовить морковку по-корейски. Морковку можно купить и готовую в магазине, если вы уверены, что она вкусная. В наших магазинах морковки нет вкусной, поэтому я делаю ее сама. При желании свежий чеснок можно заменить на сухой. Красный перец я добавляю для остринки, вы можете этого не делать. Теперь все специи нужно залить горячим растительным маслом. Масло я грею в микроволновке ровно 2 минуты. Теперь все хорошо размешиваем и оставляем морковку на 30 минут, чтобы она промариновалась. Еще нам нужно подготовить грибы. Лук обжариваем на растительном масле до золотистого цвета, такого легкого. И забрасываем грибочки, мелко нарезанные. Все обжариваем до хорошо золотистого цвета. Вот такие грибочки нам нужны, оставляем их полностью остывать. Майонез для этого салата лучше всего подойдет жидкий. У меня жидкого не нашлось, я в обычный густой майонез добавила немного холодной кипяченой воды. Как только все подготовили, будем собирать салат. Теперь хочу обратиться к тем, кто еще не подписан. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Почаще заходите ко мне в гости. Я очень рада делиться с вами вкусными и простыми рецептами. Вместо копченого мяса можно использовать любое отварное мясо. Салат наш почти готов, оставляем его немного пропитаться в холодильнике. Овощи обязательно пустят сок, его нужно будет пропитать бумажной салфеткой, чтобы все было красиво. Салат можно украсить по краям любимой вашей зеленью, либо листьями салата. На этом у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока!